сегодняшней программе. Когда вы понимаете, что вас можно заменить, и что все, что у вас есть, дано Богом, для вас будет привилегией служить Ему. Он не забудет ни одного стакана холодной воды, который вы дали кому-то во имя Господа. Сегодня с пастором Джозефом Принцем. Помните, как в прошлый раз я говорил о расстроенном Илье? Он умолял Бога забрать его, верно? Бог ответил на эту молитву. Илья вознесся в вихре огня. Но вернемся к предыстории, поскольку в ней есть важные для нас уроки. Мы остановились на том, что Илья спрятался в пещере Харива. Он пошел туда не потому, что его послал Бог, Бог посылал его к потоку Харав и заботился там о нем. Бог посылал его в дом вдовы в Сарепте, Бог посылал его на гору Кармил, а в этот раз Илья пошел сам. Во всех остальных случаях он шел по слову Бога, но на сей раз из-за угроз женщины. Бог спросил его: «Что ты здесь, Илья?» Господа не было в землетрясении, ветре и огне. После огня веяние тихого ветра. Это благодать. Посмотрите, какое действие оказывает благодать. Услышав сие, Илья закрыл лицо свою милостью. Он понял, что к нему пришел Господь. Какой была его реакция? До этого он смело говорил: «Я возревновал, я остался один». Но затем Господь тихо приблизился, и Илья закрыл лицо. Его реакцией было поклонение. Благодать производит истинное поклонение, и вы укрываетесь. Вы уже не говорите о своих достижениях, победах и заслугах. Важен только Бог. Дело не в том, насколько испорчены люди, а в том, насколько добр Бог. Нам нужно убедиться, что наше служение не состоит из разговоров о грехах людей.
Итак, услышав сие, Илья закрыл лицо свою милостью своею и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос, и сказал ему: «Что ты здесь, Илья?» И он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилева оставили завет твой». Это первое обвинение. «Разрушили жертвенники твои». Второе обвинение. «И пророков твоих убили мечом». Третье обвинение. «Остался я один, бедный Илья. Но и мои души ищут, чтобы отнять ее. Вспомните, на горе кормил». Илья просил Бога защитить его имя. Здесь он защищается сам. «Возревновал я о Господе». А остальные что нет? Вы когда-нибудь так молились? Затем Илья начинает перечислять все грехи Израиля. Не делайте так в своих молитвах. Запомните, после того, как вы были спасены, вы можете приходить к столу и есть, но Отец ждет от вас хороших манер. Он не позволит одному сыну критиковать другого сына. Понимаете аналогию? Илья начал перечислять грехи Израиля. В прошлый раз он этого не делал. Но сейчас он расстроен и говорит: «Я один. Сыны Израилевы оставили твой завет. Разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом». Да, все это правда, но даже если кто-то действительно причинил вам вред, не нужно рассказывать Богу о грехах других людей. Ему это не нравится. Не нравится. «Остался я один». А знаете, что ответил Бог? Когда вам начинает казаться, что ваше служение очень важно, происходит следующее. Бог велел Илье помазать несколько людей, а затем добавил Елисея же, сына Сафатова, из Авел-Михолы. Помажь в пророка вместо себя. Вместо себя. Бог ответил: «Я помогу тебе вернуться, но раз ты говоришь, что твое служение закончено, и ты остался один, знай, кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй, а кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей». Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех сих коленей не преклонялись пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его. Что говорил Илья? «Я остался один». Что ответил Бог? «У меня есть 7000». Следующий отрывок — это 1 глава 4 книги Царств. Но прежде хочу сказать вам вот что. Елисей был помазан, чтобы стать преемником Ильи. Илья усвоил свой урок. Он понял, что незаменимых людей нет. Когда Илья начал говорить о собственной важности, Бог подготовил ему преемника. Но Илья был Божьим человеком и смирил себя. Он смирил себя, пошел и помазал Елисея. Мне это нравится. А знаете, что один из уроков, который хочет преподать нам Господь, это смирение. Бог хотел, чтобы Илья продолжал служить. Но с этого момента Илья стал другим человеком. Он был спокоен, и в нем уже не было страха. Посмотрите, каким было его служение после того, как он помазал Елисея. Он был очень спокойным. Знаете, что он сделал? Он пошел на гору и сел там. В нем не было страха и волнения. Он был совершенно умиротворен. Он усвоил свой урок, смирился и помазал себе в преемнике Елисея. Теперь он сидел на вершине горы. Смотрите, что было дальше. После того, как Елисей был помазан, Илья сидел на вершине горы, а Елисей служил ему. Помните царя Ахава? Его жизнь была ужасной, его женой была Иезавель, очень злая женщина. Помните, что Илья убежал из-за нее? Бог не оставил это просто так. Он позволил Илье вознестись только после разрешения этой ситуации. Одним из тех, кого помазал Илья, был Иуй. Именно он убьет Иезавель. Если помните, у Иезавели был сын по имени Ахозия. Если быть точным, Ахозия был сыном Ахава и Иезавели. Ахозия пришел к власти, став царем Израиля и правителем Самарии. Мы с пасторами были в Самарии, там, где самаритянка служила Иисусу. Этот город был столицей Самарии, там же находился дворец. Однажды Ахозия упал через решетку своей горницы и получил травмы. Лежа в постели, он послал послов к пророкам Ваала спросить божество Коронское, поправится ли он. Посланники отправились в путь, чтобы задать этот вопрос Ваалу. Вам казалось, что Ваал был уничтожен, когда
Илья свел огонь с неба? Нет, люди вновь стали ему поклоняться. По пути посланники встретили Илью. Он спросил, куда они идут. Они рассказали, что идут с вопросом. Илья сказал, «Разве нет Бога в Израиле? За то, что царь направил вас вопрошать божество Коронское, он уже не встанет со своей постели и умрет». Послы вернулись к царю. Очевидно, что его мать Иезавель тоже была там. Позже она была убита. Послы сообщили, «Один человек сказал нам, что ты умрешь, потому что обратился к Ваалу. Разве нет Бога в Израиле?» Царь спросил, «Каков видом тот человек, который вышел навстречу вам и говорил вам слова эти?» Они сказали ему, «Человек тот весь в волосах и кожаным поясом подпоясан под чреслом своим. Это пастор Кей Мэтьюс». «О, Лоуренс завидует, глядя на пастора Мэтьюза». Но кто на самом деле завидует пастору Мэтьюзу, так это пастор Марк. Он говорит о бороде, потому что ему самому нечем похвалиться. Человек тот весь в волосах и кожаным поясом подпоясан под чреслом своим. И сказал он, «Это Илья Фисвитянин». Царь сразу его узнал. Волосатый человек с кожаным ремнем. Это Илья. Он боль для всех нас. Возможно, его мать усмехнулась, услышав это имя. Что же было дальше? Царь приказал, «Позовите мою армию, арестуйте Илью, приведите его ко мне». Сейчас вы увидите, как достойно держался Илья, когда за ним пришли. И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком. И он взошел к нему. Когда Илья сидел наверху горы, сказал ему, «Человек Божий, царь говорит, сойди. У вас есть сила и власть, а там сидит всего один человек. Ему приказали, сойди. У нас есть сила и власть, у нас множество солдат. Но скоро станет ясно, цари и военная мощь — ничто, когда речь идет о Божьем человеке». Илья начал свое служение со слов, «Господь, перед которым я стою». Он всегда осознавал, что Бог с ним. Позже он сбежал, испугавшись угроз и Иезавели. Он забыл поставить на первое место Бога. И так ему приказали, «Человек Божий, сойди». И отвечал Илья, и сказал пятидесятнику, «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». С неба сошел огонь и попалил начальника и его солдат. Они поплатились за пыл царя. Думаете, царь понял, что военная мощь не сможет противостать Богу? Когда до Ахози дошли новости, он послал другого пятидесятника с его пятидесятком. Когда ваше сердце ожесточается, подобно сердцу фараона, вы делаете глупости. И он стал говорить ему, «Человек Божий, так сказал царь, сойди скорее. Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь Божий с неба и попалил его и пятидесяток его. Они тоже поплатились. И еще послал в третий раз. Пятидесятника с его пятидесятком. Третий начальник знал, что он последний. Увидев, что случилось, он понял, что его ждет та же участь. И поднялся и пришел пятидесятник третий и пал на колено свои пред Ильею и умолял его и говорил ему, «Человек Божий, да не будет презренна душа моя и душа рабов твоих, сих пятидесяти, пред очами твоими. А вот сошел огонь с неба и попалил двух пятидесятников прежних. Но теперь да не будет презренна душа моя пред очами твоими». А что было дальше? «И сказал ангел Господень Илье, пойди с ним, не бойся его». И он встал и пошел с ним к царю. Следующий стих. Здесь Илья уже разговаривает с царем. Обратите внимание, Илья идет вместе с военачальником прямо в логово врага. В сопровождении вражеских солдат он идет во дворец Ахози, сына Ахава и Иезавели.
прямо в тронный зал. Разве не удивительно, что именно из этого города Илья убежал из-за угроз женщины? Теперь же Илья бесстрашно входит в этот дворец. Он предстал не только перед царем Ахозией, но и перед его матерью, той самой женщиной, от которой он бежал. Я уже говорил, что Бог не оставит это просто так. Так что если вы боитесь своей тещи, Бог вернет вас обратно. Очевидно, что Иезавель всегда была рядом со своим сыном, столь же нечестивым царем Ахозией. Она увидела Илью, а Илья увидел Иезавель и не испугался. Каким было его послание? Он повторил слово Бога, так говорит Господь, за то, что ты посылал послов вопрошать с Виэльзевулом, божество Коронское, как будто в Израиле нет Бога, чтобы вопрошать о слове Его. С постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь. Так и случилось. И Иезавель ничего не могла поделать. Все потому, что Илья больше не боялся. Когда вы понимаете, что вас можно заменить, и что все, что у вас есть, дано Богом, для вас будет привилегией служить Ему. А если вы не захотите, Бог поднимет кого-то другого. Но Он не забудет ни одного стакана холодной воды, который вы дали кому-то во имя Господа. Но в тот момент, когда мы себя кем-то возомним, Бог покажет, что не нуждается в нас. Чем больше у вас достижений, чем больше заслуг, чем больше Бог использовал вас для приобретения несметных богатств для Его царства, чем больших высот вы достигли в служении или бизнесе, тем осторожнее нужно быть. Щелк, и все может исчезнуть. Без Божьего благословения, щелк, и все. Вы знали таких людей? Лучше всего будет сделать так же, как последний военачальник, упасть на колени и сказать: «Пожалуйста, Господь, будь милостив, не дай мне погибнуть, как все остальные. Бог милостив, и вот что я скажу вам напоследок». В жизни Ильи было два события, когда сходил огонь. Первый раз огонь сошел с неба на горе Кармил. Помните, как Илья молился на горе Кармил о том, чтобы с неба сошел огонь? Там огонь сошел на жертву, а не на виновных людей. Огонь святого Бога сошел на жертву, а люди были защищены от суда. Тогда огонь не коснулся ни одного жителя святой земли. Огонь сошел на жертву. Это предзнаменование Иисуса Христа, который умер на кресте за наши грехи. На сей раз пришли солдаты, не имевшие отношения к жертве. Они пришли и сказали: «Сойди, муж Божий». Когда сошел огонь, жертвы не было. Тем самым Бог говорит нам: «Так будет, если мир не усвоит, насколько я свят». Миру нужно осознать, что суд совершился, когда огонь сошел на моего сына, чтобы была проповедана добрая весть о прощении грехов. Бог — это Бог благодати. Если мир этого не осознает, тогда ему придется испытать на себе огонь Божьего осуждения. В завершение скажу, что через много лет после этого события по земле ходил более великий, чем Илья. В том же самом городе Самарии ему пришло время вознестись на небо, вернуться к отцу. Ему надлежало умереть, а затем вознестись. Смотрите, что произошло в 9 главе Евангелия от Луки. Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. Приближались дни взятия его, как и у Ильи, приближалось время вознесения. И послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самаринское, чтобы приготовить для него. Какое селение? В Самарии, там же, где задолго до того жили Ахав и Изавель. Верно?
чтобы приготовиться для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Его не приняли, они отвергли жертву, верно? Следующий стих. «Видя то ученики его, Иаков и Иоанн, сказали так: Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал». Они знали о библейском прецеденте. В том же самом месте, в том же самаринском селении, отвергли Сына Человеческого, когда Он должен был вознестись и вернуться к Отцу. Иисус, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа». Он не упрекал самаритян за то, что те его отвергли. Он упрекнул своих учеников, сказав: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. То, что я сейчас скажу, вас благословит. Сначала Иисус умер на кресте, был погребен, а затем телесно воскрес и вознесся на небеса. С тех пор и до сегодняшнего дня ожидание Его возвращения на землю — это самый великий и прекрасный период истории Земли. Сейчас проповедуется Евангелие благодати, а Бог изливает Свою благодать. Ученики этого не понимали. Они понимали только осуждение, и потому предложили такой вариант. У них не было представления о благодати, которая может изливаться с небес. Позже они это поймут. Павел им в этом поможет. Но в тот момент они еще этого не понимали и думали только об осуждении. Многие люди и сейчас думают, что огонь может сойти с неба. Нет, друзья, огонь сошел на крест. Мы живем в период благодати. Мы живем в век благодати. Я сказал, что мы живем в век благодати. Мы получаем от Бога то, чего не заслужили. Мы получаем все то доброе, что заслужил Иисус. Век благодати — самый прекрасный период, не считая тысячелетнего царства. Это самый прекрасный период. А в истории мира самое прекрасное время — это век Церкви. Давайте пользоваться его преимуществами. И не будем, подобно ученикам, призывать огонь с неба. Это было неправильно, поскольку ученики забегали вперед. В то время, когда вернется Иисус. А как Он вернется? Второе послание Фессалоникийцам, первая глава. «В пламенеющем огне Господь Иисус явится с неба с ангелами силы Его». Вы помните, что Господь Иисус тот же? Он понес на кресте огонь моего и вашего осуждения. Тот же Иисус, который стал за нас жертвой, вернется с ангелами силы Его. Как? В пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию. Это значит тем, кто не верит доброй вести о том, что их грехи прощены благодаря Иисусу. Они стараются стать праведными вместо того, чтобы принять Божий дар. Так что ученики не были неправы. Они просто забегали вперед. Не совершайте ту же ошибку Иакова и Иоанна. Не заменяйте наш век благодати будущим. Огонь сойдет, но не сейчас. Сейчас еще не время. Неважно, насколько злыми и нечестивыми мы стали, благость Божия ведет нас к покаянию. Не пренебрегайте этим. Вы жаждете мощи огня, ветра и землетрясения в своем служении. Однако Бог поднимает служение, где слышно веяние тихого ветра. Мягкий язык переламывает кость. Не забывайте, что беззаконие искупается хесед ве-эмет, благодатью и истиной. Разве не прекрасно, что мы живем век благодати?
Если вы никогда не принимали прощения грехов, знайте, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый, а вы и есть этот каждый, а вы относитесь к каждому, каждый, кто поверит в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Айонос. Жизнь, которая продолжается и продолжается, не прекращаясь. Если это вы, и вы никогда не принимали эту жизнь, не принимали прощения грехов, позвольте дать вам такую возможность. Веруйте в Господа Иисуса Христа, и спасетесь вы и весь ваш дом. Помолитесь сейчас со мною от всего сердца. Небесный Отец, спасибо за Твою любовь ко мне. Спасибо, Иисус, что Ты умер на кресте, испытал огонь моего осуждения и исчерпал его. Спасибо, что закричал, совершилось. К этому нечего добавить. Все уже сделано. Я люблю Тебя, потому что Ты возлюбил меня первым. Я провозглашаю, что Ты мой Господь и Спаситель. Я верю, когда Ты взял на Себя мои грехи, Ты воскрес уже без них, в знак того, что все мои грехи, прошлые, настоящие и будущие, прощены. Спасибо, Господь Иисус, что сегодня Ты живой. Мой первосвященник, мой добрый пастырь, заботится обо мне и ведет меня. Каждая деталь моей жизни имеет для Тебя значение. Спасибо Тебе во имя Иисуса. И весь народ сказал «Аминь, слава Господу». Вы словно закончили библейскую школу, аминь. Поднимите руки. На этой неделе Господь благословит вас, и не принимайте это как должное, благословением Авраама. Он уже благословил вас всяким духовным благословением в небесах. Пусть Господь сохранит вас и ваших родных. Не принимайте это как должное, от любой опасности, вреда, болезни и трагедии. Пусть Господь сохранит вас от злых людей и от всех сил тьмы во имя Господа Иисуса Христа. Пусть Господь благоволит к вам и улыбается вам на этой неделе. Пусть дарует вам и вашим семьям шалом, вашему духовному человеку, шалом вашему сердцу и эмоциям, шалом вашему здоровью и благополучию вашего тела. Во имя Господа Иисуса Христа и весь народ да скажет «Аминь». Благословение вам, до новых встреч! Я верю, что вы были благословлены любовью и благодатью нашего Господа Иисуса Христа. Если это служение помогло вам пережить прорыв в своей жизни, мы хотели бы узнать об этом и порадоваться вместе с вами. Напишите нам и поделитесь своей историей. Мы рады, что вы продолжаете смотреть наши программы с проповедью Евангелия. Я молюсь, чтобы вы еще больше познавали нашего великолепного Спасителя и помнили, что Он для вас совершил. Мы благодарим вас за то, что вы посмотрели эту проповедь Джозефа Принца. Мы верим, что она принесла вам благословение. Чтобы получить более подробную информацию о церкви New Creation, зайдите на сайт, указанный у вас на экране. Там вы также сможете подписаться на бесплатную ежедневную рассылку от пастора Джозефа Принца. Вы сможете каждый день получать больше сил и вдохновения, ведь благодаря этой рассылке вы узнаете, как сильно вас любит Господь. Мы считаем, что ваша десятина принадлежит той церкви, которую вы посещаете.